Сейчас прочитаю. Санкт-Петербургский дом национальности. Находится на Маховой улице, дом 15. Будем знать. А вот Маховая улица, дом 15. Замечательно. Владимира Павловича Губанова, который обладал тоже уникальным даром собирания людей и творческих проектов. Стихотворение называется «Его звезда». Память художника Геннадия Павловича Губанова. Он любовался синим небом, рисуя сосны, облака, как будто сказочную небо стремилась передать рука. Он постигал величие цвета, объемов, линий, красоту, всей силой мастера, поэта, нас увлекая в высоту. Спокойной светлостью дышали его пейзажные холсты, вели в неведомые дали, в мир торжествующей мечты. Мы с ним как с другом попрощались, но верится не навсегда, ведь мы увидели, узнали, для нас горит его звезда. Спасибо большое, потому что сегодняшний день, я уже говорила об этом, это день родительской субботы. Мы вспоминаем своих близких друзей, людей, которые с нами вместе. И вот кто-то даже меня спросил, вот там висит портрет, который сделал Валерий Иванович Майбрана, там наша общая знакомая, скульптор Тамара Александровна Малушина, книгу, которую, я надеюсь, все-таки выпустить в этом году. Ее же тоже нет. Но вот кто-то спросил, это твоя мама? Знаете как, мы живем интересно, вот наши родители, да, действительно, они наши родители, а есть еще так названные родители, люди, которые нас опекают, которые нас любят. И вот такое родство душ бывает, стоит, ну, почти такого же, как и близкие отношения. И я не могу не сказать о проекте «Слава Голод», который вот в журнале «Невский альманах» вот, представляла свою семью. Вот, я думаю, что она тоже захочет что-то сказать сегодня, вот, потому что ее проект получил большой резонанс в городе, и она принимала участие на наших выставках в Союзе художников. Говорить о художниках очень сложно, а тем более говорить о фотографах, потому что это искусство тоже остается, ну, как бы немножко в тени, если сказать, что люди быстрее воспринимают. Конечно, песня, конечно, живое какое-то общение, танец. А вот профессия искусствоведа, она вынуждает нас внимательными быть к тому миру созерцания, который близок отчасти к монашескому такому наблюдению, молитвенному. И вот этими дарами обладают некоторые художники. И я думаю, что те люди, которые брали в руки фотоаппарат, когда еще не было такой техники цветной, как сейчас, вот ее отец, героический человек, который дал жизнь многим людям замечательной семьи Гомов. И спасибо, что ты сегодня с нами. Слава огромное тебе, что ты нас не забываешь. А я хотела бы сказать, что мы с Анной Али и Аллой Константиновой мечтаем выпустить еще диск, который назывался бы, вот так интересно, «Не увянут цветы». Вот тут много цветов, вот они действительно нуждаются, чтобы их водичку быстрее поставили. Но ведь самые главные цветы – это то, что в наших душах, это память о людях близких нам. И я бы хотела, чтобы мы еще попробовали еще спеть эту песню. И уже мы приближаемся к завершению вечера. Есть предложение, которое озвучил Валерий Майберов. Здесь можно пойти немножко перекусить в хорошем месте, рядом с Маховой.